хотел вам сказать. Угу. Так, на двоих. Ну, с первого матча начнем. Так. Игроки тут есть быстрые. По скорости они как в хоккее тоже. Есть быстрые, есть медленные. Причем они явно отличаются. Вратарь вот этот первый, он самый медленный. Пока его и поставим. Защитники. Кунио вот здесь вот этот вот. По списку он как бы первый. Он один из быстрых. И вот пятый. А, четвертый вот этот вот. На котором сейчас курсован тоже быстрый. Довольно-таки. Здесь вот курсор красненький. Так. Что, на японском хрен что понятно. Вот здесь вот смотри. Вот это вот нижнее верхнее вот окно, это показывается автоматически или боты атакуют игроков. Или вручную. Я могу сделать вот, давайте вручную они будут атаковать. Просто если, смотри, он локтем будет атаковать, да, то он может этот сам ушибиться, как говорится, потому что они слабые. Ну, тут вот это я не знаю, на что отвечает. Это отвечает за тактику игры, по-моему. А, это за то, что этот, как они бьют, редко, иногда или часто. А это не помню вот. По-моему, этот, как они пасуются или нет. А это выход от из ворот вратаря. Подставлено нет. Вот тут сразу. Вот нафига вратарю выходить из ворот в этом случае. Вот видишь, ты он тебе на ход дает. Видишь? На ход. Всегда на ход. Ну и прикол еще в том, что из центра никакому вратарю вы не забьете. Никогда. Если я вот, например, смотри, сейчас вот подойду и просто с центра вот бабахну вот так. Никогда ты ему не забьешь, никогда ты его не прошибешь. Если только можно прошибить, точнее вывести из строя. Если ты вплотную подойдешь, вот типа вот так вот. Получится. А, нет, не получился. Ну, я вам покажу. Вот так, например. Вот так вот. Вот таким макаром. Ну, это сила у него закончилась просто. Нет, это просто потому, что я вплотную подошел. Это не из-за силы. То есть ты хочешь сказать, любому вратарю ты так можешь ломить? Да, даже один с ним. Который один из команды есть. По 12, если вплотную. Ну если я его пережу, конечно. Вот сейчас кому-то. Вот эта поза мне нравится, кому разворачивается. Это самое. Подкручивать там не забывайте. А, это да. Это да. Это экспонат. Вот видишь, боты сразу идут наперед. Спасы идут. Пасы тоже наперед идут. А боты сами супер не бьют же. Боты могут. Могут? Но это. Да, конечно. Особенно в 11 уровне там вообще они. Такие. Ну, не, а свои, бьют. Свои-то. Они могут этот. С рыбкой сделать супер. Но редко и это могут. Ну, это скорее случайно получается, чем вот. Не, они не случайно рыбку бьют. Это не, они не прям готовятся, прям специальные шаги отходят, боты. И специально готовятся к такому удару. Это вообще не случайно. Вот сейчас вот они косо вот так вот бьют, хотя им делаешь указание, то чтобы они прямо били. Такой удар получается, если ты не в сторону ворот
делаешь удар, а как раз от ворот. И он как бы под штангу закручивает, но не попадает. Штанги стучаются тут очень редко. Вообще. В отличие от... От первого... Ой, даже от третьего футбола. Потому что он все время не хочет поддать. Вот меня подлагивает что-то вот здесь. Но еще есть один момент, когда вы находитесь, то есть игрок находится в таком положении, что впереди никого нет, и ты будешь играть с головы, то есть как бы давать пас, да? То оно у тебя автоматически будет ударять поворотом с головы. Бить лучше земли, только под углом. Желательно, если... Надеясь на то, что вратарь будет, конечно, отбивать. Потому что поверху тут нет возможности делать. Звук, блин. Вот этот самый. Ауто. А, есть сюда. Вот, чаша штанга была. Но это с угла вот. С угла можно штангу сделать. Прям по хоккейному добивал. Ну да, так и есть. Развернулся как идиот, блин. Так, вот он, видишь, встает позицию, но он достает из этой. Ой, что-то лаги прям такие приличные. Да, а вам еще турнир есть. Да. Давайте на другой какой-нибудь, какой у нас. Может, солянку попробовать? Давайте на солянку. Так, а как он? Там какие цифры-то? Игра по сети, тут список серваков есть. В этой комнате, если что. А. Да, ага, вообще. Да. Они ж не зря тут. Так. 93. 105. Вот говно. Вот, тут даже сохранилось. Видишь как. Ну чё, поехали, да? Тут я ещё не пом. То есть бить надо с угла, в надежде на то, что он вот сейчас в штангу попал. Он как раз. Тот нечастый случай. Ну и слава богу. 4-0. Следующая игра. Ну, да, да. Через две игры, вот сейчас не будет, следующий на третью будет новый игрок, он будет сильнее. Так. Я вот не помню, он, по-моему, второй, ты имеешь в виду. Ну, вот этот он. Второй по счету. Как. Так, если... Этого... Значит, вот тогда защиту поставим. Но он медленный. Я себе поставлю куню. Вот этого. Можно вот ради интереса. Пускай вратарь у нас выбежит. Но это будет очень чревато, если мы будем играть на 11 уровне. Это вообще будет кошмар полнейший.
Ой, вот видишь, он наперед дал, а я вот не посчитал. Если видишь то, что не успеваешь, давай лучше пас. Кстати, из этой команды никого не взяли в сборную Японии, был 3. Да, да, кстати, нету ни одного похожего перца. Ну, вот такие вот штуки можно делать. Финты. А, я не посчитал. Вот они все вдвоем вот, теперь этот. Так вот, это то же самое в футболе. По зонам у них, да, как бы такое распределение. Он видишь, за счет скорости я могу убежать. Вот, он, видишь, опять убил за счет того, что он близко находится. Это можно убить так любого вратаря. Ну что я считаю, вот если вот мое мнение, то как бы правильно. Что за супер какой дурацкий? Но он это самый наводящийся. С какого места? А, типа хоккейного. Ну да. Понятно. Да, хоккей есть такие. С какого бы места ты не пульнул бы, он все равно в ворота зайдет. Можно вот такие штуки, например, где... А, нет, это с навесом. Он прям аж в ворота встал. Ну да, бывает там такое. Так кого-то лагов я не замечаю. Да, пока нормально. Вот, видишь, он выбегает вот в атак, да? Есть такое дело. Я сейчас не заметил. Вот перепасовываться. Ой, прихватил. На дальнего сейчас, да? И вот такие удалы можно забивать. Блин, не получилось. Да, вот такие можно забивать, это я знаю. Да. Ну, сейчас покажу еще как можно, если получится. Ой, блин, сам себе дал. Пока мы выигрываем. То есть вратарь тут убегает, как бы, да, это мы видим. Вот если вот при помощи этой функции. Нет. Как? Там другой очкарик. А, да, кстати. А, там и... Или я путаю. Может и есть, может нет. Там из команды крутых очкарик. А, да. Посмотри еще какой тоже можно нет. Сделать. Там другой. А, почти. Там из команд охотников, чувак. Вот такой гол можно сделать. Нет, опять что-то не получилось у меня. Ну, смысл в том, что я забегаю и за шиворот залетает, как бы. Ну, ты его сделай. Ну, сейчас попробую. Эх, блин. Тут еще и... Опа! Задний. Да, задний. Получился. А чё он не туда полетел? А? Задний тоже? А если бы другой был супер, он полетел бы в ваши ворота? Нет. Если, смотри, тут есть одна хитрость. Ну вот, примерно вот такой гол. Ну это уже что-то поинтереснее. Ну, вот такие голы можно забивать. Ну, просто еще команда у вас не критичная. Ну да. Там дальше вы таких голов-то не будете забивать. Ну я забивал такие тоже, по-моему. И последующих, не только на втором уровне.
Но с каждым разом все сложнее, конечно. Тем более играется вдвоем. Вот, видишь, он в какой позиции. И он сейчас вот с трудом достал. Мог... Если бы чуть-чуть он подальше... О, вот он, сдохший бот. Насчет задних суперов, тут вот такая фигня. Если при заднем супере вы будете жать направление... Я такую рокировку сделал. Если при заднем супере вы будете жать направление, то мяч будет лететь в сторону чужих ворот. А если не будете, то мяч полетит уже этот, с ваши ворота. Вот такой прикол. То есть задним... Направление можно... это в смысле вверх или вниз? Да. Да. То есть, если будешь жать направление при рыбке, то он будет в другую сторону, то есть этот, в сторону соперника. А если не будешь, то он полетит этот, в твои ворота, в свои, получается. Вот новый игрок у нас на третьем. Можно отдать его вратарю. Кстати, чем быстрее вратарь, тем быстрее он перемещается. А если он быстрее перемещается, то он этот, как бы вам сказать, меньше вероятность того, то, что он будет прыгать с каким-нибудь мячом. Вот, то есть он, если быстрее переместится, ему даже может не потребуется прыгать. А если он прыгнет, это как бы голевая уже ситуация. Если он не прыгает, то он уже намертво может поймать. Поэтому вот как бы так. Ну не всегда, конечно, спасает это. Но это очень помогает сильно. Ну и плюс, если вратарь убегающий, он быстрее до ворот просто дойдет. А что с полями? Вот чем асфальт, допустим, от земли или от травы отличается? Асфальт, видишь, мяч быстро этот, как бы тебе сказать, отскакивает. Более... Больше отскок у него от газона. То есть от асфальта. Вот, там он дал. Вот сейчас одну штуку попробую сделать. Должен сейчас залететь гол в пустые ворота. Да, так и есть. То есть, видишь, он остался на той позиции, о чем я тебе тогда еще, помнишь, говорил? Да. И после удара головой с лёта, да, он ее не поменял, эту позицию. Вот, видишь, сейчас мяч принял, вот, он только поменял позицию, а до этого не менял. Вплоть до того, пока соперник не принял мяч. То есть он меняет позицию именно только когда мяч у противника. Вот, видишь? Прикол. Только сейчас побежал. Ну, сместился. И вот сейчас можно забить очень простой гол. Вот такой. Ну, ты даже задел. Ну, то есть, видишь, опять же он как бы тут как бы такой баг есть. Может его выбрать? Это не баг. Ох ты. Ну не баг. Это нет, такой геймплей. Что... Ну да. Может быть и так. Опять что там будет. Да, занос мяча тоже, я знаю, есть. Но это пока боты медленные. Пока да. Это походит. Когда будет соперник с более быстрой скоростью, такие голы будут значительно труднее забивать. Вот мне нравятся вот такие перепасовки.
с головами. Ну видишь, он и так в этом. Эх, не получилось что-то. Я вот задел, но не зафиксировал мяч. Можно отключить вот эту опцию, то сделать вот так, и будет эффект такой, что я самостоятельно буду давать команды, как атаковать и в какое время атаковать противника, когда он тот с мячом. Вандерфит пишет, что зайдет минут через 10. Так что... Да. Там? Да. Ну сюда. Вот так еще даже получилось. Опять же, это все на набегание. Я тоже вот так вот сделаю. Вообще интересно, что единственный фанатский, вообще единственный турнир по Суперхэну, Тимощук в нем не принял участие. Ну, это я его принял не потому, что мне не интересно просто было. Он, кстати, тебе дает, его заметил. Когда отворот, он выбивает, он дает всегда тебе. Видимо так. Эх, достал. Я вот тут получился. Вот я ему дал команду, он его сбил. А так он будет его преследовать, но не собьет. Пока я ему не дам команды. Даже я забираю. Ну, конечно, а что не летит? Он с любой позиции залетит. Он даже задний он такой сделал, но нет, не взлетит. Вот убитый игрок уже валяется. Идеален. Ага. Раньше времени я дернулся. Вот можно удар под штангу сделать, но это не будет голом там. Почему не гол-то? Ну, потому что счет не успел показаться, кстати, поэтому гол, гола как бы не был. Когда вот у меня был такой гол. То есть гол, он гол не тогда, когда мяч в ворота, а тогда, когда счет показывается. Да. Да, идеально то просто. После счета засчитывается гол. Как бы так. А в хоккее вот даже гол, даже когда счет не показывает, все равно гол бывает, да, что да, такое. Да. А тут видишь, наоборот получается. У меня в том видео тоже так же было. Тоже я забил, да, я самураем. Вот. Там вообще буквально последние секунды. Да, 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 и такая же ситуация уже была. Вот здесь характерный поле с камушками. Вот и охотничьи, не жги. И вот такой. Что-то я просчитал позицию. Ну да, да. Конечно, собьет. Да. Ну да.
Вот сейчас убью. Ну, в Гол 3 тоже есть такое, но только если бот очень сильный. Если он как фарш, то сквозь него пролетит. Не, а тут не прилетает. Тут если вот супер через тебя пролетит, то да, там он тебя убьет и дальше супер пролетит. Супер в любом случае будет лететь к воротам через 100 спинс, я не знаю, там 100 коленок, там. Так, сейчас, блин, вообще. Сейчас, наверное, залетит, да. Ну и даже добил. Да еще и так, ни хрена себе. Даже еще и присчитал гору. Пас этот. Да. Ну да, я тоже. Вот тут я все время видел Липецк. Думаю. Я шибанулся от бота, да, это значит, у меня силы с ним равны. Вот так можно обмануть. По-моему, ты сам себя обманул. Это я специально сделал пас, так. Сейчас они тебя шибут, мне кажется. Групповушка. Да. Киппер здесь. Ой. Скорее всего. Да. Вот этого вот, да. Да, вот этого. Вот я ему дал команду, он шип. Какие-то они тут зажатые какие-то. Ну, позы надо, какие-то. Видишь, надо четко выбирать позицию. Вот они тоже умеют, кстати, голова не играть. И... Вот. Вот это сейчас. Но... Это вообще... Это эпик. И не увидели тоже, мы эту... Тоже они делают... Скорость. Супера. Супера. Но они очень... Стоящая пушка. Быстрые. Да. Не то, что Гол 3. Ух ты, елку тут нам рисовали. Больно. Кипер просто монстр тут, конечно. Вообще в плане вот отличия от Gold 3, например, даже. Но с суперами он. Ему очень трудно справляться. Тут 50 на 50 прям, как говорится. Вот. Вот, сейчас увидим. Да, видишь, он просто даже не успел. Да, просто не успел. Это зависит еще вот прыжок, как бы, и скорость перемещения. Зависит от его скорости вообще бегать на поле. Ну я вот так делаю. О, ух, поймал. Ну бывает, да, не ловит. Но это происходит. О, вот это бывает, да. Бывает такая фигня. То есть мяч отскакивает. Супер, если отскакивает от других игроков, он меняет направление, понимаешь? Да, припоминаю. Вот именно этот супер, вот именно этот. Именно этот? Да. Которого у врага сейчас игрок. Ну, сейчас классический гол сделаю. Вратарь встает, прыгает не туда вообще. И мяч залетает под штангу. Ты вообще не в створе уже был ворот, ты ниже стоял. Да? Но, понимаешь, он же навесом был, этот удар. Поэтому он как бы закручивался, он же по дуге шел. Да? Но ты не в створе ворот, да, стоял? Ты ниже стоял. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть? Ну да, чуть-чуть совсем. Но это не критично, это видишь, хватило.
Ух, бред вообще. И в итоге он его словит. А нет, смотри-ка. Затолкали все-таки. О, видишь, я ему наперед дал, а он просто не успел. Как бы чуть-чуть даже не в том направлении, как бы двигался. Они очень хорошо играют головами некоторые команды. И в верховой борьбе их трудно опередить. Вот, сейчас видишь, успел, но... Прошибло. Да, прошибло. Очередная команда, очередной новый игрок у нас. Попробую я им поиграть тогда. А вот этого первого нового игрока поставлю на ворота. Тогда. Делаем автоматическую атаку соперника. Вот он бегает намного быстрее. На, удалось. Эх. Это тебе вот. Ну сейчас надо будет постараться, конечно. Это тебе вот. Да, вот. Пас он дает прям, я бы сказал, даже рандомно. Сейчас вот он. Ну да, сейчас он по-любому в гору. О, Куню как прихватил. Подобрал, да, прям. О, блин, и тут он на подхвате. Да. Там как вовремя очень. Это он сам сообразил или ты ему сказал? Нет, он сам сообразил. Это тебе вот. Да. Ну, такие верховые, тем более с близкого расстояния, он как правило не берет. Тем более он подкручивается еще автоматически, это еще более забивает вратаря. Это я уже балуюсь. Я бы, конечно, мог сразу добить. Вот такая. Вот, 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 да. Видишь, как произошло. Да. Видишь, отскочила в другую сторону. А, вот, да, чуть ниже стал. Не, это я пасом забил. Ну, не пасом, а с головой забил я. Он не сам залетел. Видишь, позиция, если не выигрышная, он не может дать пас. Вот, он сейчас прессингует активно. Я вот так вот делаю. Ох! Ага, нифигас. Какой зеленый глаз у него. Эх. Попал я, Артём.
хотел дать вас. Вот они тоже очень хорошо головами мигают. И вот такие даже штуки делают. Опа, вот это был супер, да. Я дал вратарю, но видишь, противник прихватил и тут же супер сделал. Надеюсь, ты понял, да, Липецк, что значит пас на ход? Нет, я все еще не понял. Когда игрок бежит, то дает ему пас на ход. Вот он сейчас стоит. Ну вот сейчас вот, стоит. Видишь, я не добежал. Я, когда он давал пас, да, вот сейчас, например, вот был момент. Когда он давал пас, я был в движении. И вдруг я остановился, и получается, что мяч перелетел меня, понимаешь? Вот это... Ну, это и называется, то, что он давал пас на ход, а я не успел на этот ход. Потому что я остановился, я не побежал. Вот это отличие, самое главное, в пасах от Goal 3. Ну вы пока вот стоите и ждете пас. Не всегда это происходит. Вот сейчас он мне, смотри, я бегу, да? Он мне дал пас. Вот, я могу вообще сюда пойти, и сейчас он... Что-то нихрена не понятно. Ну сейчас я тебе попробую показать. Вот видишь, Куни еще побежал пару метров. Хотя мяч, по идее, должен быть назад дан, понимаешь? То есть прежде чем Куни взял пас, он же был на ходу, он еще пару метров побежал за этим мячом, чтобы с ним встретиться. В голе, в третьем футболе, да? Если бы такой пас был бы, да? Ну. Он Куни бы пробежал, да? Эти два метра, да? А мяч был бы сзади у него, понимаешь? Ну, в футболе это бег какой у нас? Красной. Это не важно. Как не важно? Это не важно, какой бег. Это важно то, что мяч на ход вот здесь дается. Вот, видишь, я бегу, он мне мяч на ход дает. Ни хрена себе, еще и супер сделал. Ну это рыбка. Но это вот, я понял, это... Опять же, я вспоминаю по Goal 3. Когда вратарь выбивает с ворот, он тоже на ход выбивает. Нет. Это... Нет? Он на ход не... О, вот это, смотри, монетка. Прикольно. Мяч уже сейчас в ауте, и он пытается его взять. Но не получается. Супер. Он же не может этот супер взять, правильно? Чтобы скинуть его с аута. И вот такой вот казусный момент получается. Ну тут гол, да. Тут уже вратарь ничего не сделает. А вот и Вендерфит. Вендерфит 5 минут назад появился. Привет, Вендерфит. Они с Тимощуком вот решили сторону. Такой же гол. Бывает, лох, сам поностальгировать, сыграть. И сыграть не в Goal 3, а вообще в Soccer Head. Успевает, брата. Так что не знаю, можно ли читать тренировку. Это как бы тебе был гол пас, но из-за того, что ты близко рядом со мной стоял, вышла такая фигня. Это монета, она сейчас собьет. Хотя он ее может отбить вот так. Ой, даже ловит. Даже ловит, да. Ну, иногда он отбивает, иногда ловит.
А иногда, конечно, и пропускает. Не угадаешь тут, как он сыграет. Ну вы, может, этот матч доиграете и переключимся тогда. Ну да. Потом можно продолжить. Да. Сейф сделать и... Ну, не обязательно сейф, можно там этот... Ну, пароль можно. Куда пароль можно ввести. Вот. Так, это перерыв еще. А, это тайм только. Да. Да. Так, по-моему, после этого, после выигрыша. На Блэйде есть там список паролей. По-моему, после выигранной встречи его показывают. Нет, после поигравшей. Нет? После того, как ты поиграл, его показывают. Если ты закончишь игру еще причем, а не дальше будешь пытаться выиграть. Ну тут Кунин обглядел вратаря и уже тут получил мяч. Кстати, пожарников тоже в сборную не взяли. Видимо, из-за их супер, который не смогли сделать. Ой, меня убили. Всех убили. Так, надо опробовать супер вот так. Рандерфи, ты пока на солянке попробуй, ну, потесть. Потому что мы сейчас на эмуленде играли, и, ой, на эмураше, то есть. И там лаги у нас беспокоили. Куда он подаст? А вот на солянке я вот пока не замечаю лагов. Но я-то не играю, правда. Вот вы играете. Ну, твор, говорит, шикарно. Так что давай, смотри, чтобы не было там, ну, вот, потом претензий. Если что, можно по ходу встречи, естественно, поменять сервак там, как хотите. В любой момент. Ну вот, обратите внимание. А, видишь, даже ушел. Монетка за штангу. Выспелся. Вот, надо сейчас головой пытаться перехватить. Но вор выше меня. И он, конечно... И, конечно... Ой, идеален. А вот тут видишь, вратарь взял. Активный. Он активный за экраном. Конечно, тут он активный. Ой, мне дал. Это он мне дал. Из-за того, что я там двигался, я потерял мяч. А, не успел. Успел все-таки гол забить. Идеален. Ну что, тогда закончим пока на этом. Ну, приостановимся и потом продолжим. Угу. Так, 1-1-5. Это будет седьмая игра. Так, или я на одного сделал? Он меня на одного сделал. На. Угу. Так, поставим самого крутого вратаря. Кунева поставим защиту. Не этого. Тебе того же, да? Так. А, да, точно. Так, 4. А, значит. Кстати, тут пароль в World Cup другие. Да, они... Ну, у них там пятизначные. Да, 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 и по длине тоже. Ну пускай вратарь у нас побегает. Посмотрим, что из этого выйдет. Песок у нас тут. А, тут у нас. Я думал сначала этот. На пляже, рыбаки на пляже играют. Да. Ах.
Они вот тоже любят головами играть. Опа. Я сам руковожу, как отбегают мяч мои игроки. Вот у меня вратарь бегает, ему вообще пофигу. То есть он выбегает именно тогда, когда у меня мяч. Ну, наша команда. Вот он. А когда удар происходит, он сразу назад. Ну, с ним тоже можно играть, с вратарем, он тоже пасы будет. Может раздавать. Ага, вне играть. Поля. Вне прятки, поля. Камень, ножницы, бумагу. Ну да. Вот он там. Бежит назад. Блин, чё-то не попал я по голове. Ладно, вот так делаем. Ух! Прикольный, супер. Такого нет. Угол 3. Да. Эх, вот супер бы перенести, это вообще... Интересно. Но когда через себя я буду делать, он может и залететь. Вот этот супер. Сейчас я могу даже продемонстрировать. А, он там, да, у него. Вот, видишь, да. Он не залетел через перекладину. А может, то есть верхний не залетает. Не, а может если фаза совпадет, он залетит. Да. Вот, я еще раз попробую. Вот сейчас залетит. О! Забавно. Как бы вот так. Элемент рандома. Ну да. Хотя там все прогнозируемо, как бы. Просто там позицию только надо знать. Ну да. Как бы просчитать ее. Я поставил своим пасом бога в неудобное положение. Ну учитывая, что игра для детей. Им это нафиг не надо считать. Ну да, конечно. О! А вот смотри, почему вот голкипер не стал отбивать? Он мог так и пропустить. Потому что мяч задел, то есть супер задел своего бота. Поэтому этот так ничего не делал для того, чтобы отбить как мяч. Как интересно. Хоть он и летел мимо. Если она бота задевает своего, да, да. То он тупо столбняком становится. Да, да. Вратарь ничего не будет делать. Потому что супер задел этого своего игрока. Обалдеть. Кибербаг. Если бы... Ну, это не кибербаг. Ну, ну такая да, вот да, фигня. Да. Вот я могу с вратарем поиграть. Где он там у нас? Ой. Ой, вот это опасно. Вот я боту приказываю, он мечется за всеми, чтобы отнять мяч. Нет. Ну вот, я не знаю, почему голкипер вот не успевает эти мячи брать. Не успевает подпрыгивать просто тупо. Хотя он не такой быстрый. О, вот, кстати, вот поймать мяч, да, в воздухе на голову и сразу сделать этот кивок головой пасом, да, это очень сложно на самом деле. То есть два движения сделать. Вот, это был пас в вору, но поскольку он убежал с того места, этот пас мог закатиться и в ворота.
И вот так бы ничего не сделал для того, чтобы мяч этот, не, этот спасти, как говорится. Да как он успел вернуться? Кто? Да кипер. Кстати, 12-м уровне, 12-й игра, кипер тоже выходит. Из ворот причем. А-а-а. Я заметил. Но это можно разглядеть только тогда, когда у тебя будет 12-й игрок. То есть самый крутой новый перс. Ух, идеально просто. Да. Кстати, гол забит был рыбкой, это я, по-моему, его забил, но супер не получился. По одной простой причине, потому что пикселей чуть-чуть не хватало. Ну, то есть я очень сильно тянулся, и поэтому супер как бы не сработал. Слишком далеко, наверное, там было. Да, слишком далеко я от мяча был. Он его задел, но как бы не полностью, как бы, так сказать, не до конца. Так, поставим самого крутого кипера. Так, и сейчас мы... эти, с трусами на голове, которые волшебники, и то. Да, я вот не помню. Сейчас узнаю. Психи. Ну чё, вор, играть нет. Какие будем, нет? Да там РВД уже заёб меня. Да, уже я рашу, захожу вас проверять, уродов. Чё? Ещё полчаса. Чё, полчаса играем? Стрим, смотрите, я стрим запустил. Ты сейчас играешь, что ли, во что-то или что? Я, по-моему, русским языком писал в чате Рэпкова. Вот, что, тупой, что ли? Так бросай, что ты там играешь? Ты с Тимощуком, что ли, играешь, или что? Да, они по-любому в первый футбол играют, чё-то. Как ты угадала? Потому что вы достали. Если сегодня не будет игра с игрой, то я вам выпорю. Ты просто там завидишь, по-моему. Я просто тебя терпеть не могу, а не завидую. Ну и все тогда, отдыхай. Ну и пошел отсюда! Чё ты мне тут людей скажешь? Я не знаю, чё ты вообще пришел тут, чё так заряешься. У меня тут долги. Я тут причем. Новичков я подпинаю, ты хуже новичков в последнее время. О, забили. У неё такая жопа. Пропута, ты мне просто, ты пост потом сделаешь или мне кого другого попросить? Кого? Пост? Да, ну пришёл. Я, правда, не знаю, зачем, но вы же теперь там все, типа, закреплять, может, кто-нибудь репостнем, не знаю. Слепую практически бил. Ну, на ДФ, если... Там ДФ Дэвил, на ДФ Шишка, а ДФ Дэвил играет в турниры. Если Дэвил репостнет, то хорошо, а я сам не буду туда лезть, потому что это вообще не по тематике игра. Если не получится никуда трепаснуть, будет просто как, ну, официальная объява на стене, как вы любите. Так мне все равно. Эх, двоих сразу. Ну а что ты думаешь, сколько ты хочешь собрать вообще народу? Нисколько, я хочу, чтобы только свои были. Там ты посолочка. Он говорит, давай там в других группах полазим, я говорю, как хочешь.
Чё, мне всё одно сколько будет? Это не такая уж стрёмная игра, долгая там или чё, я не знаю. Чтобы от неё там бегать и долго отыгрывать. И скупивших только книгу у нас 9 человек. Пока не будет только цен. Так что 8 точно. А кот? Значит 7. Нет, ну я с котом еще поговорю, я его не спрашивал. Вот удалился даже из беседы, что-то у него там опять месячный. Какой беседы? По Rocket League. Что, такая беседа еще была? А да. Что-то пишут еще? Пишут. Вот одно сообщение. Пригласи меня потом. Матюнин. А у тебя что, не было туда здесь разве? Да, другого акка там был. Так. Марк Дагаскас. Нет, ты его так не допрыгнешь никогда, даже если ты... Тут всего 6 человек. ...сравняешься с ним. Ты все равно мяч. Я у Титкова до сих пор черный уже как полтора года. А чё так? Ну, как в какой-нибудь фигне по-любому. Когда у вас были времена в Тимспике солянки сидеть, вот всех принёс. Это он тебе давал. Ну сейчас кому он даст? Даст тебе, да. Ух! Нихрена себе, отлетел за километр. Ну, лёд они. Да это вообще бред. Ну, мяч был... Слушай, Липинск, а что означает вот это вот в характеристиках хоккея вопросительный знак, столбец? Это что такое, неизвестно вообще? Я уже не помню эту таблицу. Да, так, у меня же распечатка есть. Эх, блин. Нам так перехватить. Ай, не успел. А кто это сейчас пел? Да, это неизвестно. Зверь. Не знаю. Знаешь, после подката так прям этот подпрыгивает чуть-чуть. Ну вот, прошли. О, крутые! Да. Мобы. Поменяю-ка я вот себя сильно на другого игрока. На самого быстрого, который тут пока есть. Тоже на асфальте. Да. Асфальт он отличается тем, что мячик на нем более прыгучий. Чем на траве? Всё. Да. Ну и на земле тоже. А земля и трава отличаются чем-то? Более нет. Только цвета, мне кажется. Давай, либо добавь туда еще асфальт, болтрик. Тоже есть. Прыгучесть мяча. Уже есть. Нет, так там все, что надо, есть. Там и лед есть. И говно там есть. Все как надо. Асфальта нет. Ну, асфальта. Прыгучесть мяча нет. Разве. Я вот смотрю, насколько она разная. Это не очень заметно, но она есть, особенно когда мяч отскакивает. Опа. Твои. И пустые даже. Потому что у меня вратарь вышел.
Так, надо искать. Как резко все началось. Ну да, они быстрые, потому что обыгать их довольно-таки сложно. Уже становится, потому что скорости практически равны. По сути, они тоже очень хорошо. Вот, видишь, как мяч прыгает сейчас? О, идеально! Вот это вообще класс, но мимо. Это аут. Блин, прикольно, супер. Такой быстренький, главное. Ну, это гол. Да. Как все сложно. Ну, в смысле, как все запущено. Какая отвратительная игра, хотел сказать. Да, это я и хотел сказать. Опа, взял, смотрите, навес. Такой. Не, ну на приставке, не знаю, в 7 лет поиграть нормально. Но не более. Да. Что они там пассианс раскладывают? Да. Обалдеть. Или в этот играют. Монополию. Да. Карты Таро. Конечно, футбол, если прям не использовать супер через себя, например. Ну вот, обычно боты сами противоположные команды используют. Надо мне тоже как-нибудь сыграть. Опа! Тут, видишь, надо быстро избавляться от мяча, они тебе не дадут расхаживать. Ну, тут нет бега читерского, конечно. Ну да. Но если ты так хочешь забить, Вов, я тебе покажу, как надо грамотно этим пользоваться. Прям он тебя научит. Я прям весь во внимании. Ну вот сейчас, например. И все, и делай что хочешь. Ну. То есть принимаешь мяч, тут же бьешь, убиваешь вратаря, и пока он там в отключке, ты можешь либо бить. Это и в гол 3 можно так забирать мяч, но пробить ты не пробьешь. Не, там сложнее забрать. Мяч у вратаря. Ну сложнее, но это я это могу сделать, не знаю, процентов 9 из 10 точно. Опа. А то и 10. Вот такой вот супер прикольный. Ну болты тоже такой есть, но чуть-чуть только видоизменял. Ну потому что там сам мяч другой. Вот ну, тебе да. Этот супер перерисовал, когда хак делал. Давайте лучше вышибалу поиграем. А у меня завтра нет их задания. Так, 10-я команда. Ну вот и хоккейная музыка. Да. А
Они сразу втроем идут, сразу втроем прям. Меня. Юрик. Какой смерть гол. Эй! Оба не взяли, дед. Хотел помахнуть. Вратарь за тобой что ли подался? Да. Бывает, они бывают этот. В попытках за тобой угнаться мечется прямо на линии штрафной. А вот, вот в Nintendo World Cup камера была на вас, по-моему. Да, такой там ситуации. Камера отличается, кстати, в двух версиях, я вспомнил. Точнее, ты напомнил. Мы играли, там при навесах камера по-разному себя ведет. Да. Где лучше, не помню. Ну, может, что по-разному. В World Cup, может, лучше там с камерой. Короче, хороша та камера, которая при навесах на игрока, который принимает, показывает. Она так и есть. И здесь тоже. А у вас он за экраном был. Нет, нет, в одной версии за экраном игроки. Не успевает камера в одной версии. Мяч может быть за экраном, но игрок всегда в экране. Нет, ну он активен за экраном. Но экран может быть не на нем. Не на мече ты мечешь, да, или не на игроке? Не на том, кто принимает мяч. Они выходят за границы экрана. Но при этом они могут все равно там... Тут, вот, например, дает он... Я, например, даю пас, если боту, да? Тут как идет? Камера движется на... за игроком. Тому, кому дали пас. Не важно. Да это понятно. Она может не успевать. За игроком? Ну да. За игроком она успеет. Игрок уже... Это не супер. О, даже, видишь, даже так залетело. Голкипер ошибся, видно. Ну да, бывают такие вот промахи. Долбит стену. Ой, тут пол. Да. Вообще это. По-моему, все-таки чуть-чуть она отличается от хоккейной музыки. А, не стал я рисинговать. Очень нравится, как они головами пасуются. И их опередить бывает очень сложно. То есть выиграть вековую. Вот этот вот отрезок, вот этого нет в хоккее. Вот, видишь, он все и перехватил. Хоть я ему даже головой дал, чтобы команда, чтобы он головой сыграл. Но он не смог. А тут сетка не рвется. Ну да. Бота тут очень грамотно занимает позицию. Ух ты! Ты решил, что занимает нишу энциклопедии ходячей. Все игрок знает, как боты располагаются, как камеры. Вообще идеально. Я играл... Как Куба, я 18 лет в футбол играл, скажу. Я играл еще с Гарри Каспаровым в эту игру. А с Фишером? А? Да. Все наши ребята. Какие твои ребята там? Елена, ребята. И? Нет. Добро.
так, надо сделать супер, попробовать, как он будет. Ну-ну-ну-ну-ну. Опа. Залетел под штангу, как я спин. Да, такие он не возьмет никогда. С угла тем более. Ну и самый, один из самых сложнейших тут. 12-й самурай. Даже легче. Да. 12-й даже легче, чем вот 11-й уровень на самом-то деле. Ну да, мне тоже говорили. И охотники, говорят, тоже напрягают. И пожарные. Охотники, ну, пожарные, борцы и самураи. Самое вот сложное — это вот самураи. У них очень опасный супер, который практически невозможно взять. Но есть там одна хитрость, конечно. Если одна хитрость, что он в свои ворота летит. Он от ботов. Он в свои ворота может полететь только тогда, когда заденет своего игрока. То есть... Да. Этого не знаю, знаю, что у меня так часто бывает. Вот. Но если еще он после этого и чужого заденет, то мяч все равно в другие ворота полетит. Просто помню, мы турнир играли, когда в 2014 январе, то в таких за самураев была гора голов, что-то кажется. Да. Я, между прочим, звали на тот турнир, а ты отказал, её нет, в стиле там, проверил. А в чем тут стиль? Я уже отмечал, что Тимощук не участвовал. Потому что мне не нравится, как вы играете, вот и все. Ну, блин. А, ты хотел без суперов, я вспомнил, Костя. Ну вот. Какой-то интересный вообще. Мало того, что вообще в это никто не играет, так еще те, кто играет, не так играют. Понимаешь, что слишком узкий круг лиц. Слишком который равняется... Да, который равняется одному человеку. И что, рекламе это круг. Тебе одного пили часто надо, как свои запросы. У меня вот такие... Опа. Даже так получилось. С места. Поэтому пришлось не все, тебя в финале обыграть, а Валеру с разгромнейшим счетом. Ну я тебя потом и обыграл, после того, как да, уже турнир закончился. Было дело. Но это ж было не на турнире, так что кого это волнует? Кто об этом сейчас вспомнит. Да-да, а вот то, что есть там медалька, это видно. Мне медали не нужны. Ордена, что ли? Да. Тут вот видишь, сразу надо избавляться от мяча, иначе тебя сразу накроют. Как в реальном футболе. Лучше бы ты в FIFA играл, ей-богу. Если как в реальном футболе говоришь. Ну да. Я имею в виду, вот когда играешь с этой командой, тут невозможно на скорости сделать. Хотите реальных правил, давайте играть это вышибалы на хаке, где одно хп здоровья и нет суперов. О, смотри, ага. Как он сделал. Как эта игра называлась?
У нас она снайпер называлась. Да, так и называлась, вышивала. Ну, или два капитана, как бей там. Чтобы супер сделать через себя, надо чуть-чуть запас этот, дать себе в воздухе. Вот, мяч стукнулся об этого, от летящего бота, который об камень стукнулся. Вот, вот, видишь? Вот он летит уже за камерой. Одни ноги там видны. Ну, как бы мяч, понимаешь? Косяк. Мяч... Не. Это было с расчета на то, что мяч этот будет лететь дальше. А он нет, это было косяк. Это косяк, потому что в другой версии это исправлено. Ну, может быть. Это вы сейчас в оригинал играете, в японский? Да. Да. Значит, в америкашке исправлены. Ну, возможно. Я точно не знаю. Это как вышибало. Одна версия легкая, супер, а другая сложная. Да, может быть, они не зря так сделали, действительно. Надо вот разобраться с этим. Вот, а если они не зря сделали, то почему потом в World Cup это изменили? К чему это могло привести? World Cup сложнее играть. Конечно. Да читерство там. А мы скорости вбухали. Ну там что плохо, там одно поле все. И зеленое. Время там больше дается. По-моему, да. Мне вот, честно говоря, вот эта версия больше нравится. Ох ты. И голкипер махнулся, и в штангу еще попал. Я даже не знаю, кому нравится больше кап. Ну, тем, у кого он был, может, в детстве только, если... А так... Ну, выиграли. Со счетом 7-2. Ограничения в каком-то из них на 5 суперов, не помню в каком. Ну да, да, там еще через себя... По-моему, в оригинале. World Cup, там несколько суперов можно сделать через себя. Да, числе... по-моему, в этом также. Потому что нет. Когда тут не. Да. Мы ж. Липецк, мы ж турнир на Япошке играли. Нет, мы турнир играли. Сначала вчетвером были игры, а это уже хак Nintendo World Cup. А уже потом финалы там всякие уже вдвоем играли на оригинале. Короче, по-моему, в Япошке, когда несколько суперов делаешь, потом, когда будешь бить суперами с места, высчитывая шаги, у тебя будет просто суперсильный удар, который летит мощно, кто помнит. Через себя в японской версии можно хоть сколько через себя это делать супера. И рыбкой тоже, хоть сколько угодно. Наверное, в капе они ограничили. В капе, да. До 5. 5. В одном тайме не больше 5 суперов. Так, возьму себе самого быстрого игрока. Это у нас новый. Он нам дан только на один матч. Так. Зато в капе сделали... К вратарю не пройти, штрафную. Зато в капе Россию сделали. А, да, по-моему, СССР даже. Да. Который нифига не похож, близко даже. Играйте в вышибалы, там Катюша или Калинка играет. Там мой любимый парень. Вот так. Блин, надо Катюшу добавить в футбол, это вообще... Надо. Вообще, это идея. И нужно схему СССР поставить еще 951. Вот, самый мощный удар, самый быстрый. И даже за экран улетел. Он автоматически поднимается на высоту. То есть такое... Да, да, он есть. Есть. Геней. Геней. Ну, а,
грамотно они очень перехватывают. Не дают дышать даже. Да что ж ты хотел перехватить? Не, ну это зверь просто. Супер без супера. Ну это вот этот удар, он практически не отражаем. Даже если я рыбку его пущу, ну вот я рыбку его пустил, он, видишь, все равно. Это мимо. Ух! Ни хрена да. Себе! Вот такие, смотри, вот такие удары, да? После отскока от штанги, да? Ну. Могли привести даже к голу в мои ворота, кстати. Да, было бы прикольно. Бывает и такое. Это повезло то, что вратарь вот отбил. О. Ну, за экраном. Да. Ну вообще не видать. О, опять такая же фигня. И гол. Опять же, так, такой же удар об штангу попал. Видишь, и залетел даже. Да, вот это прикольно. Вот. Потому что, видишь, это очень сильный отскок все-таки. Это надо заносить. Театр. Да. Жалко, что камера не успевает с таким бешеным ударом. Отобьёт. Сейчас я еще раз попробую. Ой, получилось. Ну, это гол он не возьмет. Ну вот мои суперы вот этим перцем это взять, если будет удар в ствол, это нереально, конечно. Это я сделал. Он штангу может полететь. Или нет. По-моему, мимо. Да. Вот интересно, кому он даст сейчас. На ближайший удар. Когда он ногой бьет, такая нога длиннющая, блин. Это вообще. 4-4, надо. Ой, блин. Надо забивать, вот. Чтоб мы не поиграли-то. Вот. Ох. Такой. И все. И без шансов просто вот такой удар. Для другого вратаря. Он, видишь, он как медленно ты бегает. Повезло. О, да. То, что он взял. Где я вообще-то бегаю-то? Где я-то? Я может, ты сдох? Управлять. Да, я сдох в натуре. Вот смотри, у меня нет. Я не могу управлять. Я вот застрял где-то возле шахтно, и все, меня нету. Вот, видишь, нету меня. Пока, Тимощук. Да, видишь, все. До свидания. Да, тебя нет, Тимощук. Как ты можешь разговаривать? На поле меня нету. На карте есть, на поле нет. Как я пропал, это вот только видеоповтор изучил. Ух. Но мы выиграли все-таки. Мы потеряли одного Тимощука. И без Тимощука выиграли. Это вор выиграл, вор всю игру прошел, Тимощук. Понимаешь? Вот, и еще вот у противоположной команды вот тоже такие бывают штуки. Не часто, вот у самураев, например, вот. Ну я тебе говорил, да, Липец? Тоже он бывает, пропадет и все, и его нету как будто. Как будто удалили его. Хотя на карте. Ну на карте там он не отмечен, конечно.
Можно сейчас вдвоем поиграть против друг друга. Тоже там кое-какие